Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе мы будем делать с вами веселый яркий браслет с книжками Гарри Поттера. Для начала нам понадобится полимерная глина, цепочка, замочек, штифты, ножницы, колечки, резец, иголочка, лезвие, кисточка, обложка с книжками, распечатанная на лазерном принтере, листочки, глянцевый лак, клей для декупажа и инструменты для сборки. Для начала нам нужно вырезать наши обложки. Теперь распределяем цвета и раскатываем их на пастомашине. Саму обложку я раскатала толщиной меньше 1 мм и белую пластику толщиной 2 мм. По размеру обложки вырезаем внутреннюю часть. Для всех книжек лучше работать не гнущимся лезвием. Так книжки будут выглядеть ровные и одинаковые. Теперь берем одну заготовку и хорошенько приглаживаем к будущей обложке. Я приглаживаю лезвием, чтобы вышел лишний воздух. Обрезаю края с двух сторон. Иголочкой обозначаем место переплета. Теперь нужно сделать имитацию страничек. Берем книжку и держим ее с помощью листочка. Чтобы не оставить отпечатков, резцом аккуратно чертим полосочки со всех сторон. После этого вставляем штифт и отправляем книжки запекаться. После запекания вклеиваем штифты. Теперь нужно приклеить картинки. Я промазываю клеем книжку и картинку.
покрываем лаком с двух сторон. Приступим к сборке. Крепим замочек. Отступаем от замка 2 см и крепим первую книжку. Следующая должна висеть на 5-м звене после предыдущей, так как будет видно и они не будут мешать друг другу. Я очень надеюсь, что мой мастер-класс вам понравился. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки. До новых встреч!